В моей жизни много что изменилось. Во-первых, самое главное, чего я хотела, похудеть, да, этого я добилась. Ну, всегда мы стремимся к лучшему. То есть, как бы, остановки нет. Я стала более уверенной в себе. Я стала на себя в зеркало смотреться. Я себе начала нравиться. И это самое, наверное, для меня главное. Эмоционально тяжело было после первого этого выбывания. И не хочешь уходить с проекта, да? И есть такое состояние усталости. Не скрываю этого. Психологически сложнее был пятый. Ну, это, думаю, было и заметно по мне. Вот. Может быть, конечно, еще усталость сыграла свой момент. Какой-то вообще в пятом сезоне очень медленно я уходил. Но поддержки тренера помогли. И я стала, как говорится, относиться к этому более спокойно. Дома меня нету, дочери не видаюсь там. Мужа не вижу, бабушка все время у нас сидит. Выбыла с проекта. У меня даже был какой-то немного выдох. То есть, ну, как бы, слава богу, эти съемки закончились. Тренировки остались, как бы, и работа осталась, семья. Ну, то есть, как бы, все вошло в русло. То есть, тренировки у меня уже, как раньше были походы просто на прогулки вот какие-то, да, вот это у меня уже как обязательно в жизни моей. И это мне очень нравится.